Привет, друзья! Сергей Котляров с вами. Вот такая у нас такла с Богданушкой. Кормим их потихонечку, понемножечку. Вот, видите. Это первых я брал у Игоря Чепеля из Западной Украины. Пересылали мне. Автобусом передавали. Игорек, спасибо ему. Ну вот такая птичка. Теперь у нас. Видите? Вот, было у меня много разных голубей. И узбеки, и бакины. И краснодарские, и еще разные там всякие, короче, были. Но остановились вот, ну вернее, я остановился на такле и на касанах. Ну, касаны в другом голубятнику. А вот так вот, такла вот такая вот у меня. Люблю голубей. Сыночка, ну зайди потихоньку в голубятник. Потихонечку выгони. Вот наш Богданушка. Вон солнышко сегодня. Тут тучи были, а то солнышко. А вот такие вот голубята у нас уже, видите, все. Давай следующее покажем людям. Вот тут цветочки у них Алочка насадила рядом, видите. Вот такой вот, видите. Еще. Это вот такой вот. Видите? Маленький. Да, да. Давай. А ты что тут? Залез молоденький. Вот пескунчик, видите? Какой. Сейчас покажу, он Богданчик принес. Это еще маленький. Маленький. А такой вот, видите? Вот. Все, неси, сынок. А это вот такой уже. Вот, видите?
уже будем начинать потихоньку гонять его. Ну все, не надо в этот сыночек, пусть они это самое. А это вот такие тут у нас, видите, какой палисадничек, алочка забацала. Видите, одно ругается: папа, я цветы сажаю, а твои голуби все поклевали. Я говорю: мамуля, насади котик таких цветов, чтобы они их не клевали. Вот эти вот они не клюют. Так она те, что она любит. Вот тут вот такую клумбочку сделала. Видите? Вот. Вот такая у нас хозяйка. Сегодня дошел, она тут чистила, работала и побежала на работу. Вот такие дела у нас, ребяточки. Вот так вот мы и живем. Ага, вот Бодька хочет вам показать, какие цветочки у нас расцвели, видите? Ну, солнца нету, холодно, дождь. Ага. Вот на 22-й, на 23-й заморозки. Передали. Пусти, пусти. Заморозки передали. Вот. Так вот. Это вот такая тут у нас яма. И тут у нас стоит полив. Вон мотор 380 вольт. И вот это мы поливаем огород свой. И сад, и огород, и участок. Все поливаем. Потому что без полива ничего не пойдет. Стирка тут висит. Ну, небо разъяснилось. Солнышко вот. Видите? Так что, но опять-таки неизвестно, что будет дальше. Ну, вот так мы живем в своей деревне. Вернее, не деревне, а поселок городского типа. Вот так вот. Поняли? Такие вот у нас дела. Ой, голуби никак не успокоятся. Вот пенек наш, никак мы его не уберем, да, сынок? Ага. А куда его? Да в дом, ну куда, он же в доме был. Так, ну ладненько, друзья, надо справляться, кормить хозяйство, так что пока.